Доброе утро! Сегодня Рождество. А что там стоит? Подарок? Давайте посмотрим. Вот какой пакетик. Давайте посмотрим, что там. Это паджики-котята! Сейчас мы их откроем. Мне 7 сейчас января. И день рождения Боженьки. И вас поздравляю с Рождеством. Мне тут принесли маджиков котят в пакете котят. Ну что, будем их сейчас распаковывать. Тут сзади пакета хрумка нарисована, которую я хочу. Я хотела хрумку, ириску и крапинку. Мои самые любимые. У меня уже лоу есть. Будем смотреть, попадется, да, нам хрумка, ириска и крапинка или нет. Получится ли у нас такое рождественское волшебство? Ой, ладно. Да, Андрюш? Да. Мы сейчас поставим этот пакет, а мы папа будем распаковывать. Мне еще прикольно. Такой с бабушкой. С поцелуйчик. Нам понадобятся для этого ножницы. Розовый. Как и мальчики-котята. Что, пойдем открывать? Да, да. Ребята, мы еще будем распаковывать. В серединке мы начинаем. Так, что тут у нас будет? Разрезаем. Я надеюсь, что не повторки там. Так, мы чуть-чуть разрезаем. Так, что тут у нас? Вот такой котенок. Давайте посмотрим, в холодной воде кто это такой. Ну что, окунаем. У нас должно быть... Он что-то не растворяется, наверное, надо в теплый. Давайте по теплому попробуем, он не растворяется. Значит, ему надо теплый. Несите теплую. Несите теплую. Поехали. Вот тут он быстро растворяется, значит, это его вода. Смотрите, смотрим. Ребят, а тут еще вот такой вкладыш. Это точно хрумка, которую я хотела. Так, давайте посчитаем, что какой у него. Меня зовут Хрумка. Так. Меня зовут Хрумка. Мне нравится точить коготки. Никогда не откажусь от хрустяшек. Хрустяшки. Ай, какой он горячий. Ай. Он, наверное, Ой, не проявился еще. Давайте проявляем. Минут 5, наверное, не проявляется. Ой, господи, петь. Горячо. Ну, в общем, вот пакетик у нас открыт. Я так и знала. Теперь мы будем вот этот потом открывать. Надо сейчас дождаться, когда хрумка у нас. Немножко уже. Начинаем. Ему надо ручками помочь. Не надо, пусть он сам проявляется. Он так долго будет. О, я вижу. Ну, пусть проявляется. Ну, там, по-моему, написано 5 минут, да, проявление? Нет, тут не написано. Ничего не написано. Вот, я хотела хрумку вот этого, крапинку и ириску. Хрумку, крапинку и ириску, да? Я надеюсь, что тут крапинка будет. Надеюсь. Ну, чё? Почти проявился. Вообще, у него тут будет фиолетовая стрелка. Да любая. Он сам беленький котенок. Покажи его на картинке. Какой он? Вот, давай ближе, то мы не видим. Вот такой вот должен быть котенок. Сейчас проверим. Вот у меня он отмечит галочкой, какой у меня есть котенок. Нет, он еще не отрастворился. Ему, наверное, ручками надо помочь. Пока вот так вот котенок. Ой, да, проявляется уже.
немножко. Может, ему вода надо горячее, нет? Давайте еще погорячее, думаю, это еще. Вдруг это... Ну, так он горячая же водичка? Да, горячая. Там он же теплый растворяет. Она теплая уже, надо ему горячее. Горячее надо, пусть лежит пока, сейчас растворится. А мы, может, пока проверим другой пакетик? Давай. Пока у нас растворяется вот этот котенок. Да, мы откроем. Будем открывать. Вот этот котенок будем сейчас открывать. Я хочу, чтобы тут попалась крапинка. Крапинку хочешь? Да, крапинку. Или ириску вначале будем открывать? Крапинку. Да. Я надеюсь, что тут... А вдруг ириска? Ну, не знаю. Так... До конца. Конца отрезай, а то так не откроешь. Да не надо, до конца. Тихо-тихо, водичку не пролей. А то я и боюсь. Это крапинка! Да, тихо-тихо. Крапинка с мышкой. Это крапинка. Ее в какую, в холодную воду бросаем? Наверное, я не знаю. Ну, так, тихонечко. Тихо. Нет, хрумка не растворится. Ну пусть растворяется, лежит еще. Давайте нам воду холодную тогда несите. Ага. Как у нас сейчас хрумка там проявляется, у нас сейчас будет крапинка проявляться. Они действительно все в разных водах проявляются? Да, действительно. Да? А пока мы посмотрим вкладыш. Точно это крапинка? Или же не крапинка? По вкладышу все понятно. Так, отрежь, наверное, посильнее немножко. Нет, я уже открыла. Нет, что-то не поворачивалось. А давай ты водичку перевернешь. Так, вот все. Крапинка! Точно, давайте ее историю почитаем. Вот она у меня уже галочкой. Так, крапинка. Так, меня зовут Крапинка. Мне нравится сидеть под одеялом. Никогда не... Откажусь от охоты на мыши. Охота на мыши? На мышек. А у нее как раз мышки. Вот, вот такая вот забавненькая крапинка. Давай посмотрим, какая крапинка. Ну, какая крапинка у нас должна получиться. И она будет сердечко проявляться. Угу. Ну что, проявляется? Она, значит, ее вода холодная? Да, ее вода. О, покажи, вот она какая крапинка проявляется. Что нам быстрее, чем... У нее в холодной воде сердечко. Угу. Давай. Я, мы хотим показать тебя нашим подписчикам. И нашим, кто нас смотрит. Давай. Отмывайся. Я хочу, чтобы показать всем своим ребятам. Давай. Вот. Ой, какая лапочка. Крапинка. Посмотрим. Ой, какая малышка красивая. Подожди, за твоей ручкой не видно крапинку. Вот какая крапинка у нас получается. Да, Лиша ее очень сильно ждала. Она так хотела эту крапинку. Давай ей на Рождество. Попалась крапинка. Да, Бошенька принес крапинку. Пусть она еще тут растворяется, она тут фиолетовенькая еще немножко. У меня тут еще лоу было, но она потерялась. Ну пусть она пока растворяется. Мне нравится, какая ряпочка. Так она миленькая-миленькая, да, Джулина? Да, я ее хотела поэтому, и хрумку. А хрумка уже, по-моему, растворился. Сейчас мы хрумку понесем. Так, ну, предоборот. Бросай крапинку, пусть она растворяется. Мне родился холодный. У нас хрумка еще не растворился. Чего этот хрумка намного дольше растворяется, ну, да? Может, крапинка в холодной. Давай попробуем. Вот тут вот крапинка, тут хрумка. Вот меняем. Что-то они как-то... Хрумка как-то... У него ротик. Это хрумка плохо растворяется. Да или он пошел в холодной воде? Ну, пошел. А что, у крапинки в горячей? Сердечко пропадает. Покажи. А пропадает у нее сердечко, да? Горячая водичка. А вот дай-ка. А у нее ротик пропадает. У нее рыбка, по-моему, где-то появляется. Нет, рыбка у другого кота. А-а-а. Вот я хочу вот сердечко, где сердечко. Пусть они так. Ладно. Пусть они вот так вот стоят. Теперь будем открывать следующих, да? Да.
Давай, я уберу сейчас столько, чтобы не мешал. Ириска. Ириска, ириска, она самая прикольная. Она с сердечками на глаза. Там, ну, я не знаю. Мне она еще не попадалась. Что такое? Ладно, вот так. Ребят, сейчас у нас так сложно с этими котятками. Это ириска! Все, которые я хотела, попались! Ой, он мне уже растворяется, он с коробочки сердечко будет на глазах. Ага, у тебя ручки мокрые, поэтому он у тебя уже в руках начал растворяться, да? Ну что, давайте его... А в какую воду ему? Не знаю. Давайте к хрумке, а потом к риске попробуем. А мы прям будем его добавлять, да, туда? Ну, вот посмотрим, что там они уже могут раствориться. Ну, хрумки, наверное. А риска, да. Ой, то есть... Крапинка, я уже путаю имена. Крапинка уже, наверное, растворил. Достаточно. Может, поменять водичку им? Да. Сейчас мы будем растворять и риску. Тут мы пока посмотрим, вдруг холодной водички. А тут посмотрим, вдруг так. Давай его в горячую положим, а то он совсем не растворился. Кто? Ну, вот этот. Давай. Хрумка же? Хрумка, да. Пусть лежит горячего, а видишь, он горячий пошел растворяться тихонечко. Ой. А теперь посмотрим, вдруг это не ириска. Так. Я надеюсь, что это ириска. Ириска, давай прочитаем, что там про ириску написано. Так, тут у нас отмечен он на галочке, да, он отмечен у нас. Так, меня зовут Ириска. Мне нравится запрыгивать на шкафы и кресла. Никогда не откажусь залезть в коробочку. Ну, с коробочкой. А это моя любимая. А знаешь, кто из этих моих любимых котят? Все три. Потому что ты их ждала. Да, все три, но самая из них любимая, это моя крапинка. Самая моя любимая, потому что она девочка. Ну, Хрумка тоже девочка, а вот Ириска это мальчик. Он, наверное, как там ее? Ириска разве это мальчик? Это же девочка, по мне это Ириска. Ириска это мальчик. Ириска, это же она. А, как? И меня зовут Ириска. Ириска! Да. Это же бы не так бы, если был котенок Ирис, если бы он был мальчик, правильно? Ну там сделали там его. Ну это мальчик точно, потому что какой-то мальчик, по-моему. Ну, наверное, это. Знаешь, как он. Он у него сердечки, знаешь почему? Почему? Потому что он влюбился в Ирис. Ой, какой Ириску? Крапинку? Крапинку, он влюбился в крапинку. Потому что она такая красивая девочка. Ну что там, водички что-нибудь происходит, ну? А он сердечками. Водички проявляются. Да, водички он проявляется. Да, у меня самый быстрый, кто проявился, это крапинка. И крапинка и вот этот вот ириска. А вот Хрумка как-то не очень. Большой Хрумка, что-то он прям долго. Ну почти уже, да? Да. Ну-ка поверни его, что там осталось. Вот у него сейчас фиолетовый тут будет. Голубое. Ему глазки не поедут. А вот я! Смотри, как мы сердечками! Он влюбился. Покажи его. Ой, какой желтенький. Он влюбился в нашу крапинку. Они одинаково. Она и он вместе. Они вместе проявляются в холодной воде. Вот поэтому так. Может, ты их вместе бросишь? Пусть они проявляются вместе, да, в холодной воде. А Хрумка у нас горячая, да, лежит? Да, а что там у нас крапинка? Она крапинка быстренько проявляется, маленькая. Давай-ка у нас. Вместе с ним. Может, у всех нам начали в холодную воду, поэтому этот Хрумка так долго проявляется. Ой, ой, сейчас из берегов выйдет. Пусть лежат. Ой, лежат. Ну, ребята, вот и надо верить в свои мечты. Надо всегда верить. А я верю, и вот мне попались вот такие вот идеальные котики. И особенно мои любимые. И там еще была крапинка, самая моя любимая. Надо верить в мечты.
Надо верить. Они говорят, что боженьки нету. Есть. Вот подарки он мне принес, ни мама, ни папа не принес. Папа уезжал. Мама спала со мной. А тут вот такие вот подарки. Чудеса. Чудеса. Эй, ну давай ты уже проявляйся. Ну да. Мы дадим им немножко времени, чтобы они растворились, да? Ой, а давай посмотрим, что у Ириски там какое проявление. Давай. Так, вот сердечки, вот такой вот. У него сердечки пропадают. Пропадают, да, да, в горячей воде? Да, пропадают, вот. Покажи. Он становится без сердечек. А, он уже с сердечками. Ладно, пусть ты уже валяйся. Так, вот тебе крапинку твою, подружку. И вот, с добавкой. И, ну, круто вообще, мне нравятся эти котята. А вот я у Деда Мороза загадала, а он мне не принес, только куклу в облогам принес. А вот котят нет. Вот Дед Мороз не принес куклу в облогам, а котят, который я заказала, не привез. Я хотела, чтобы мне такие же и попались. Хрумка, Крапинка и Риска. Вот, чтобы три котёнка мне попались. Вот. И в ночь под Рождество сбываются все мечты, да? И Евангелиша под елочкой принесли всех трех котят, которых она хотела. Пакетики котят. Да, еще даже пакетик с котятами. Мам, а можно я их в школу буду носить? Конечно. Пусть они с тобой вместе учатся. У меня тут дракончик стоит. Вот дракон. Я люблю этих котят. Но мама говорила, что их уже не продают, потому что коллекция это уже вышла. Говорила, что ты уже не купишь их. И они... Они уже не продаются, а вот продаются. Боженька нашел. Давай, давай. Вот на 7 лет, когда мне было, Дед Мороз мне не принес русалочку Ариэль. А мне Иисус принес. А там русалочка, она же не Ариэль, а русалочка, она... Из Маджика. Маджик русалочка, да. А у нас все, которые мне боженька привозил мне игрушки, это все маджики. Все маджики. И вот это маджики. Ой, русалочки. А это маджики-котятки. Вот так. И из них самая красивая это. Такая вот. У меня еще лол там было. Мне попадалось. Вот, Евангелиша, пока у нас заплеталось, наши котята стали чистенькими, да? Да. Мы сейчас вам покажем их. Да, смотрите, вот когда у меня в том году мне Дед Мороз принес... Ой, какой Дед Мороз? Иисус принес вот этого. Это маленькая красавочка. Красавочка, да. Это наше волшебство в том году, на Рождество, да? Да. А он мой подарок не забрал, я ему тоже подарок привезла. Ну, значит, надо написать, что это забери, и он заберет. Да, Анжелиш? Хорошо. Так, ну что, сейчас включаем свет, чтобы рассмотреть наших котят. Да! Они стали чистенькие. И, кстати, секрет, если у вас вдруг... Да, я скажу. Если у вас они фиолетовые, у вас не отмываются. Я вот плакала, думала, что это брак. Мехрумка. Но это оказалось, я додумала, что надо его щеточкой потереть, и они стали чистенькими. Да, зубной щеточкой мы старенькой взяли, потерли их с мылом с детским, и они стали чистенькими. Сейчас мы вам их покажем. Вот так, у нас хорошенький котеночек Ириска, доставай. Да. Вот, у Ириски в холодной водичке. Что у него там в холодной водичке? Сердечки. Сердечки в холодной воде? Да. На щечках, да? Нет, сердечко на глазках. На глазках, да? Сейчас мы его окунем в горячую водичку. Вот горячая водичка. Да, окунаем Ириску в горячую водичку. И у него сердечки пропадают. Ой, только они появляются сразу. Давай его по горячую водичку поставь. Так, сейчас. Вот. Вот поставила.
Нет, сейчас мы покажем. Вот, у него сердечки пропадают. У него там обычные красивые глазки появляются. Язычок, по-моему, да, появляется? Нет, язычок у него и был. Язычок и был? Да, так, я его сейчас... Вот, посмотрите, а у крапинки у нас великолепное яркое сердечко в ледяной воде, да? Да. Вот такое. Когда мы его потом окунем в горячую воду, доставая нет. крапинку... Пропадает да. сердечко. Вот та же самая крапинка, только у нее на глазике сердечко нет. Покажи. Вот такая. Лишь, покажи, доставай его из водички, Елена. Она быстренько еще появится. Нет, пока не появляется. Вот такая у нас крапинка. Здесь сердечко. Такая мне... чистенькая. Ой, мне больше нравится с сердечком. Она да, чистенькая. Она более красивая. Миленькая. Да. Вот, а у Хрумки, видите, глазки закрыты в холодной воде. Нет, у него такой. Как? Ну вон они. Нет, у него глаза не открываются. Я говорю, закрытые глазки. Нет, у него не открываются. Они, вообще они... не открываются? Нет, у него только ротик. Ага, ротик меняется. Да. И вот он... у него ротик такой большой, да, ротик? Он открыл его. Да, там у него язычок, да, по-моему, появляется? Сейчас да. посмотрим. А в горячей водичке у Хрумки появляется вот такой вот язычок, очаровашка, да? Да, только у нас он чуть не оттирался никак. Да, мы думаем, что он бракованный. Но благодаря щеточке зубной. Да. Да, с детским мылом у нас и Хрумочка оттерся. И вот такой Хрумка у нас теперь появился, да? Да. Да, пока мы с Анжелиной переплетали косички свои, все котики у нас преобразились. Да. Ну что, всем пока. Да, всем рождественского да. настроения. Пусть и в вашем доме чудеса случаются. Мечты сбываются. Для этого необходимо верить, да, в эти чудеса? Да! А смотрите, у меня даже это наряд котят. Да, он же даже сейчас мы обратили менюшку пижамку тоже с котятами. Вот. Поэтому всем пока-пока. Да, пока! И знаете, и надо всегда верить в чудеса. А у вас на Рождество появлялись подарки? Такие же. Или которые вы хотели. Я хотела вот таких вот котят миленьких. Да, а для того, чтобы они появились, надо верить в чудеса просто. И когда ты веришь в чудеса, они обязательно случаются. Ой, шарик упал. Да. Тогда чудеса обязательно случаются. Держи новогодний шарик. Всем пока-пока. Всем пока-пока. С вами была Анжелина и три котят. Три котенка. Три котенка. Ириска, Крапинка и Хрумка. Новогоднее чудо. Да. Новогоднее чудо, рождественское чудо.